Всем доброе утро! У меня опять влог. Не могу сказать, что как-то много хочется показать, но все-таки есть что показать. У меня есть распаковки моих хотелок, которые я давно хотела. И сейчас я одну из них покажу. Это будет распаковка Sephora. А еще одну распаковку, наверное, в конце покажу. Тоже мои давнишние такие хотелки, которые мне удалось урвать с 50% скидкой. А вообще день хочу спланировать так, что поехать за покупками, хотим что-то купить для дома, это будет Икея, заскочим в какой-нибудь торговый центр, посмотрим, что там есть, какие сейчас скидки, может, в Ашан зайдем. В общем, да, хотим прогуляться, посмотреть, какие есть скидки, может, что-то интересное и прикупить. Также хотим заехать в парк, я показывала этот парк, по-моему, осенний влог у меня был, и там мы гуляли, листики осенние, в общем, днем это было, и хотелось бы показать, как это выглядит вечером и сейчас, вот эти вот новогодние праздники уже прошли, ну и вообще зимой по-другому украшает этот парк, и ночью он просто великолепен, там все горит, все в иллюминации, в общем, это зачарованно так все смотрится, очень-очень шикарно. Ну вот такие примерно у меня планы, поэтому сейчас, наверное, начнем с распаковки, ну и потом уже по ходу я буду показывать, куда мы идем, что делаем. Ну, в общем, как в обычном влоге. Давайте начинать. Да, кстати, хотела сказать сразу про макияж. Так, я думаю, вы посмотрели, подумали, ну да, утром ты как раз так и ходишь. На самом деле нет, просто я с утра уже накрасилась, показывала этот смоки в инсте, тестила палетку от Stellary, вот эту их новогоднюю, такая серо-черно-белая, вот такая вот она. Мне ее подарили на Новый год, я показывала уже в бьюти подарка. В общем, тестила ее и в Инстаграм. Я обычно макияжи показываю, так что если вам интересны макияжи, то я вас приглашаю в мой Инстаграм. Ну все, теперь точно все, теперь давайте начнем распаковочку. Ну и давайте покажу, что заказала в Sephora. Сейчас я открою вот эту коробочку. Здесь товары с 50% скидкой. Так повезло, что я нашла промокод на 50% скидку и заказала эти два товара, которые в принципе не собиралась заказывать, так как, ну, не совсем это для холодного времени года. Скорее всего, это на лето. И были предложения, хорошие подарочки. В общем, давайте откроем и посмотрим, что здесь находится. Информацию свою я уже сняла, но еще не открывала, поэтому с вами сейчас как раз будем это все открывать. Первое, что было, это при заказе давался вот такой вот наборчик, по-моему, сэмплов или ДБТ, что-то типа такого, и я не удержалась, чтобы не заказать, и плюс еще 50% скидка, но это мы попозже чуть посмотрим, давайте посмотрим все же, что я заказала. Вот такая карточка тоже вдавалась в подарок, это туалетная вода от Lancome и Dol, по-моему, как-то так она называется, сейчас вот здесь название поближе покажу. В общем, ее тоже мне хотелось попробовать, поэтому да, и я очень люблю такие карточки, они очень эстетично, красиво выглядят, но и аромат попробовать тоже неплохо. И два средства, которые я заказала, это два средства от Estée Lauder. Я очень-очень давно хотела эти два средства и искала подходящую возможность, чтобы заказать их. Первое, это будет тональное средство, это Futurist с SPF 45. Естественно, я брала его на лето, потому что, ну, сейчас такой большой SPF мне в принципе не нужен. И у меня есть тональные основы, тон 1N2, Ecru. Я знаю, просто многие девочки примерно с моим цветом кожи его хвалили. Вот так вот он выглядит. Конечно, свотч я пока делать не буду и ничего сказать вам не смогу. Тут есть вот такая помпа-дозатор, что тоже очень удобно. Этим тоном я собираюсь пользоваться весной и летом, соответственно, когда мне понадобится вот такой большой SPF. И еще одно знаменитое средство от Estée Lauder, это их BB консилер, хайлайтер, я не знаю, как это назвать. В общем, да, это консилер для контура вокруг глаз. Оттеночек
сейчас фокусирую. Один C-Light, естественно, у меня. Хотела я взять это все еще в Литуале, в Ревгош, но там разобрали именно эти оттенки, я не успела, поэтому, когда нарвалась на скидку в Sephora, я, конечно, была очень счастлива. И вот так вот он выглядит. Здесь у нас идет кисточка вот такая вот. Говорят, что его вроде как ненадолго хватает, но опять же будем пробовать. Сейчас у меня есть консилеры, которые я использую, очень хорошие, ими надо пользоваться, поэтому да, это тоже остается на весну и лето соответственно. Ну и давайте посмотрим, что же у нас за сэмплы в вот этом очаровательном, просто великолепном мешочке. Так, тут у нас пробничек крема от Clinique. Тоже, кстати, этот крем хотела на скидках заказать, круто, что он мне здесь попался. Дальше что у нас? Вот такая вот туалетная водичка еще от Lancôme. Так, от Clarins база какая-то под макияж, еще что-то от Clarins, очищающий гель для молодой кожи, в общем, гель для умывания тоже будет интересно попробовать. Еще одна туалетная вода Bad Boy, это уже от Carolina Herrera, мужу дам попробовать. И еще два вот таких вот аромата. Белла от Нина Ричи. И Дона Каран, по-моему. Вот такой вот тоже. Было интересно всегда его пробовать. Но вот такие у меня были покупки. Вот такие у меня были подарки. В принципе, я заказом довольна. За 50% скидку еще получить такие прекрасные пробники. Вообще прям шикарно. Очень рада, что попала именно в эту акцию. Спасибо, Sephora. Решили приехать в IKEA, посмотреть кое-что для дома. Может, еще в пару магазинчиков зайдем, но начнем, пожалуй, вот с этого магазина. Обожаю дизайны IKEA, очень классные у них дизайнеры, круто вмещают очень многое в маленькое пространство и круто смотрится. Мы зашли перекусить, наш любимый чай в ресторане IKEA и моя любимая булочка, просто ее обожаю. Перекусим и пойдем дальше. We'll be right back.
В общем, всем доброе утро, я уже в пути. Пришла моя посылочка с косметикой, которую я давно ждала, в общем. Сейчас пойду заберу, может, еще зайду, сделаю маникюрчик какой. И вообще, вчера, конечно, мы хорошо погуляли в парке, я думаю, вы уже видели, а ночью навалило вот так вот снега. В общем, очень много, и думаю, вечером пойдем еще погулять. В общем, сейчас по делам схожу, потом приду домой. Конечно же, покажу все распаковки. И может еще вечером заснимем, как мы играем в снежки, тоже покажу, сколько снега снеговика слепим. В общем, еще покажу вам немножечко снега. Ну вот, в принципе, и все. Пошла я, наверное, по делам. И увидимся уже дома на распаковках. Так, ну я уже вернулась, сделала себе маникюрчик, аж ручки свободно дышать стали. И сижу, разбираю покупки из Ашан. Очень у нас как-то пасмурно. Я включила чуть-чуть лампу, не знаю, насколько будет видно. В общем, давайте начнем. Продолжается, в общем, у меня новогодняя такая феерия. Просто в Ашан распродавали вот эти вот дождики новогодние по 2 рубля. Зацепилась чуть-чуть. По 2 рубля я просто не могла устоять, чтобы не взять. Взяла вот такую вот золотую, красную. Я не знаю, зачем они мне и куда я их смогу употребить, где они мне пригодятся. Может, они мне пригодятся для видео, для фотосъемки, не знаю. Может, на Новый год оставлю. Много взяла я вот таких синих дождиков. Мне не очень понравились, тут штук 10, наверное. И очень мне понравился вот такой вот дождик, он немножечко у нас поломался, потому что он немножечко грубоват и отличается от вот этих вот дождиков. Но ничего страшного, его я точно брала на какой-нибудь фон. Я думаю, все-таки мне эта красота, ну, пригодится где-нибудь. Ну и в основном тут расходнички, которые мы всегда, в принципе, берем. Единственное, что вот флешку, я не знаю, только у нас, они по всему дому валяются, и при этом никогда нельзя найти ту, на которую можно перекинуть информацию. В общем, как-то теряются они у нас. Взяла вот такой, я не знаю, новинка или нет, это шампунь для волос от Organic Kitchen с фруктовыми кислотами. Первый раз вижу шампунь с кислотами, еще и в бюджетных брендах, поэтому будет интересно попробовать. Мне, кстати, аромат понравился. Пластилин купила малом, а мы сейчас как-то увлеклись именно лепкой, и надо, чтобы, ну, в общем, попробуем. Ему 3,5 где-то года, не знаю, зайдет, нет. Если будет, конечно, по всему дому, придется выкинуть. Пену вот эту для ванны тоже малому взяла. Очень и очень он ее любит. Ароматик такой ненавязчивый. И стала, кстати, с дозатором. До этого без дозатора была. Ну, тут просто мыло жидкое. Первый раз беру такое мыло. Никогда не брала. Ну, не знаю, посмотрю. Зайдет, не зайдет. Как-то в последнее время напряженно с мылом. Мы всегда берем в такой мягкой пачке и не можем найти именно хорошее, чтобы нас устраивало по всем параметрам. Поэтому всегда берем новое. Пасту вот такую взяла.
которая не страшна, если ребенок будет ее проглатывать, потому что вот как-то с чисткой зубов у нас такая напряженка, платочки. И еще взяла вот такой вот календарик. Я до этого показывала в распаковках новогодних календарь, который я все время беру, сладости и десерты. В общем, ну в этот раз мне понадобился еще один календарик, и я взяла вот с маяком. Тут, я так понимаю, какие-то известные именно маяки в мире. В общем, мне понравился дизайн такой, мне навязчивый, интересно посмотреть, подумать о чем-то интересном. Так, ну это вот Ашан, сейчас покажу, что в Икее купили. Так, ну по-моему, вот это все с магазина Икея. Единственное, плед у меня есть сомнения, там не написано Икея, значит он не с Икеи. Мы просто в многие места заезжали, думали, будут какие-то большие скидки, но не в Икее, не в других каких-то магазинах там товаров для дома, таких больших, каких-то огромных скидок нет. Вот почему-то в этом году вот как-то так, даже в Ашан, когда всегда хорошие скидки там есть, ну как-то тоже не густо, скажем так. Ну, в Икее по мелочи я взяла вот такой вот цветочек для декора. Он был по скидке, давно я хотела какой-нибудь такой букетик с розовыми цветами, он идеально, мне кажется, впишется в мои видео, где я снимаю лицо в антураж. И подставку купила вот такую вот, давно хотела, это подставочка именно для телефона, везде с телефоном хожу, поэтому в любой комнате поставлю, понадобится. А про подушку сказала или нет, по-моему, еще не сказала, взяла обычную, самая обычная подушка, 50 на 70, пока на время, вообще присматривали подушку с запоминанием, там что-то какую-то ортопедическую, эргономичную, в общем, там что-то типа такого, пока на время, вот это, я думаю, пойдет. Ну, в общем, вот такие были покупки. Сейчас давайте перейдем к моему бьюти-столику, и там я покажу мои хотелки именно декоративной косметики, которую я хотела и которую сегодня забирала. А вечером, наверное, мы еще пойдем погуляем по снежку, и, может, тоже в конце вставлю какую-нибудь нарезочку. Ну, в общем, давайте переходить. Так, ну и долгожданная распаковка моей посылочки. Я сама очень долго ее ждала. Это прям вау, это то, что я давно хотела. И в Инстаграм у меня там есть мой виш-лист, куда я складываю все, что хочу. Там эти две хотелки тоже есть, чему я очень рада. И урвала их по приятной цене. В общем, сейчас все подробно расскажу. Здесь у нас первое, что мне положили, это от NARS, вот такой пробничек туши. Это очень приятно, когда тебе кладут подарочки, особенно когда ты покупаешь не в стационарном магазине, а в магазине косметики Instagram, что я делала в первый раз. И давайте обо всем по порядку. Здесь у нас вот такая вот бумага, очень плотненько все и очень хорошо все упаковано. И здесь, конечно же, сам мой заказ. Внизу тоже вот такая бумажечка. В общем, упаковано было все очень даже замечательно и круто. И здесь у меня мои долгожданные две палеточки от Нарвина, Анастасия Беверли Хиллз. Я так давно хотела эти две палеточки, но цена меня, честно говоря, смущала, потому что в Sephora вот такую палеточку я покупала. Это на самом деле вот так вот они, три палеточки вышли мини пигментов ее ярких. И вот эту я приобрела в Sephora. Сейчас открою, покажу. Вот такие вот здесь яркие оттенки. Я этой палеточкой очень довольна. У меня есть отдельное видео на YouTube, где я о ней все подробно рассказываю. Об этих тоже будет отдельное видео. Может, обо всех трех сразу расскажу. Но, в общем, это очень и очень пигментированные тени. Они просто... Ну, не тени, да, пигменты. Я знаю, что у многих аллергия на эти пигменты, но у меня нет. И на глазах, конечно, это смотрится бомбически. Макияжи. И макияж в Инстаграм я с ней показывала. В общем, мне она очень понравилась. А что еще мне понравилось, что помимо матовых вот таких пигментов находятся вот такие вот красивущие шиммеры, что тоже немаловажно, как бы разбавляет всю палетку, и можно добавлять таких вот красок, скажем так. В общем, какой-то изюминки. Очень хорошо составлены палетки, и цветовая гамма, ну и по текстурам тоже очень круто.
Первая палеточка смотрится так же, в принципе, как и на коробке. Очень красивая. И вот так вот это все выглядит внутри. Очень красивые оттенки. Также имеется зеркало. Просто классно. Мне так нравится эта подборка. Особенно нравятся вот эти вот шиммеры. Они более крупные блестки здесь, чем предыдущие палетки, которые я показала. Но матовые также безупречно хороши. В общем, да, обязательно будет видео со свотчами. Сейчас у нас такой влог. Не буду много времени я занимать. И эта палеточка тоже с классным таким дизайном. Это второй номер. Здесь тоже очень и очень красивые оттенки. Такие более пастельные, но при этом очень классные и очень выигрышные, думаю, будут смотреться. Самое главное, что могут, конечно, тут один-два цвета повторяться в этих трех палетках, но, как по мне, так они все абсолютно разные. Очень красивые, как шиммерные, так и матовые оттенки, особенно вот этот вот матовый зеленый. И, кстати, я говорила в разборе косметики, что как только я получу эти палетки, я избавлюсь от вот этих двух палет. Так, это у меня палеточка от Sleek в такой вот цветовой гамме и палеточка от Fares Cosmetics. Здесь вот такая вот цветовая гамма. Здесь мне очень нравился матовый зеленый. И сейчас мы сравним вот с этим зеленым. Ну, есть чуть-чуть различия, да, но по большому счету они практически одинаковые, поэтому да, как я и говорила, от вот этой палеточки от Fares, от этой палеточки от Sleek я избавляюсь, они мне больше не нужны. И к слову сказать, вообще вот эту палетку я покупала в Sephora за 3000 рублей, и как-то да, как-то мне жаба душила купить еще две из коллекции, хотя были скидки там и по 2,5, но как-то ну не решалась я, и увидела в Instagram, я обязательно оставлю ссылку на этот магазин, и там они были по 1600 рублей. 1600 рублей вместо трех, это, конечно, было великолепно. Я, конечно же, их взяла, эти палетки вышли 3,5, но это с пересылкой. Пересылка там около 250 рублей. В общем, я очень довольна этими палетками, обязательно будет на них обзорчик. Пишите в комментариях, надо или нет. В общем, они просто клевые и шикарные. Вау, какой красавчик! Снеговик!